Яков Платонович, здравствуйте. Вы уже стали заходить ко мне средь бела дня? Доброе утро. А чему вы удивляетесь? Вас внесли в списки поднадзорных, и в ближайшее время к вам могут заглядывать и другие полицейские чины. Благодарю вас. Я пришел расспросить вас о представлении. Вы ведь были на нем? Да, это было сильное потрясение. Убеждены, что видели духа? Все его видели. А может быть, вам просто показалось, потому что господин Доницетти всем это внушил? Вам никогда не приходило в голову, что все эти чудовищные преступления, произошедшие в Санкт-Петербурге, были совершены именно этим способом? При помощи гипнотического наваждения? Да-да, сейчас мне кажется, что в Доницетти было что-то знакомое. Уверены? Ну, как я могу быть уверена? Я никогда не видела его без маски. Вы говорили, что видели особенную татуировку на его теле. Да. Змея, пожирающая свой хвост. Она была у него на левой груди, вот здесь. Маэстро Доницетти не принимает сегодня. Ну, я прошу вас. Мне нужно с ним поговорить. Скажите, что пришла Анна Миронова. Сеньор Доницетти. Это вы. Простите, я сегодня совершенно без сил. Приходите в следующий раз. Пожалуйста, мне очень нужна помощь. Дело в том, что она не уходит. О ком вы говорите? Вы не видите? Вот же она, дух жены Захарова. Мой дар совершенно слаб. Нужно время, чтобы он восстановился. К тому же я не спал сегодня всю ночь. Матери стало хуже. А вы посылали за врачом? Нет, я не доверяю врачам. А мне вы доверяете? Я училась в медицине в Париже. За ним. Стойте. Не подходите близко. Но мне же нужно ее осмотреть. Мама, она очень боится посторонних. Она очень больна. Что с ней случилось? Почему она в перчатках? Это очень редкое кожное заболевание. Понимаете, она не просыпается. Дыхание есть, но очень редкое. Такое ощущение, что она в глубоком обмороке. Я могу хотя бы посчитать пульс? Только я вас прошу, не беспокойте ее. Очень слабый. Нужна срочная инъекция камфоры. Да, все верно. Кажется, она пришла в себя. Мама, мама, ты сентимилия.
Тук-тук. Антон Андреевич. Вот шел мимо и дай, думаю, загляну. Однако вижу, вы уже собираетесь. Может быть, я не вовремя? Ну что вы, проходите. Как вам моя новая витрина? Чудно. Что бы я без вас делала? Да бросьте, это сущие пустяки. Надеюсь, огонь не погубил, дорогие вашему сердцу экземпляры. А впрочем, вот, принес вам вот конфеты с пьяной вишней. Надеюсь, вы любите пьяную вишню? Шутите? Обожаю. Вот, взгляните. Пойдемте пить чай. Аннет. Дядюшка. Аннет. Дядя, ты вернулся. Я снова здесь. Грустно в Петербурге без моей Зизи. А у меня для тебя кое-что есть. Можешь закрыть глаза. Закрой, закрой. Открывай. Что это? Это духи. Да. Такой аромат, ну, небесный совершенно. Ночная фиалка. Ну, разве не романтично? Какая прелесть. Да. Я не знала, что ты теперь занимаешься духами. Так Зизи ведь мне оставила огромное состояние. Парфюмерный завод теперь тоже на моих плечах. Это... Ты знаешь, кого я встретил на Невском проспекте? Андреев? Петровича? Клюева? Клюева, да. Подбирал квартиру. И, что характерно, не холостяцкую смотрел. Я знаю. А не кажется ли тебе, Аннет, что пора всем нам сообщить о каком-то радостном грядущем событии? Нет, дядя. Мне кажется, пока рано. Ну? А что ты делаешь? Что это все? Вот пытаюсь найти разгадку странному поведению очередного духа. И что же учудил дух на сей раз? О, Петр! Виктор. А я думал, это Маша вернулся. А что, ее еще нет? Нет, еще не возвращалась. Сударыня. Алиса? Я глазам не верю. Ах ты, блядь! Они не догадывались, что у меня был припрятан еще один револьвер. Пах, пах, пах! Эх, Пелагея Ивановна, я мог бы много еще историй рассказать из жизни начальника сыскного отделения. Столько их накопилось за эти годы. Душегубы, вымогатели, трехбуквенные люди. Трехбуквенный человек — это вор по Плафту. А, вы так живо рассказываете. Вас одно удовольствие слушать, Антон Андреевич. Ну, это ведь еще всецело зависит от того, кому рассказываешь. Сударыня, это вы потерпевшая? Да, это я. Я могу ответить на любые ваши вопросы. В этом нет никакой необходимости. Вы достаточно подробно все изложили. Можете ехать домой. Вы уверены? Не смею вас больше задерживать. Давай рапорт. Где задержанная? Так в камере. Немедленно приведи ее в кабинет. Слушаюсь. Ваш благородие. Что стряслось? Только что ограбили дом купца Захарова. Все вынесли подчистую. Деньги, векселя, драгоценности. Ничего нового. Пелагея Ивановна, я вынужден вас покинуть. Служба. Вы позволите к вам
однажды еще заглянуть. Конечно, заходите, я всегда вам рада. Всего доброго. Всего доброго. Благодарю вас. Только вас еще тут не хватало. Может быть, стакан воды? Нет, спасибо. Что теперь со мной будет? Я арестована? Да нет, вы свободны. Я могу еще чем-то вам быть полезен? Отвезите меня в гостиницу. Я не могу вернуться в его дом. А впрочем, что это я? Это теперь и мой дом, а не его. Это он больше не может там находиться. Господин Штольман, отвезите меня домой. Нет, ну больше ждать нельзя. Я еду в город, в полицию. Петр, ты со мной? Маша, ну слава богу, ну. Мама! Господин Штольман, что вы себе позволяете? Простите, я уйду. Нет. Вы спасли меня сегодня, и я не позволю выгнать вас из дома. Мама, что случилось? Где ты была? Я ездила на Боголюбскую. Что же, следила за мной? И ты еще смеешь меня в чем-то укорять? Да что происходит тут? Я не понимаю ничего. Мой любимый муж живет с гулящей девкой и содержит ее. Лиза, не девка. Я прошу тебя ее не оскорблять. Да что это? Господа, успокойтесь! Лиза, это наша бывшая горничная? И давно ты с ней живешь? Папа, это же неправда. Аннет, Мария Тимофеевна, послушайте, мне кажется, что все это какое-то, ну, досадное недоразумение. В нем следует разобраться и поставить точку. Витя Виктор, скорее всего, ездил к Лизе, к Елизавете по какому-то неотложному делу. И все. Съездил, сделал дело и вернулся. А Мария Тимофеевна тут вообразила, бог знает что. Ну, так успокой ее, скажи, что ты ездил по делу. Все, ездил по делу, так и скажи. Нет, Петр. Я полюбил. Прости, Маша. Вон из моего дома. Конечно. Я немедленно уезжаю. Пожалуй, к лучшему, что все открылось. Виктор, Виктор! Папа! Папа! Вить! Да что ж такое-то? Вам надо прилечь. Смотрите, идемте со мной. Смотрите, о, господи ты боже мой. Виктор! Боже! Боже, как? Как? Как это может быть? Как? Я понимаю, как вам тяжело. Все как-то обрадуется. Решил я вчерась дома пойти, проверить, все ли в порядке. В кабинет барина захожу, а там в ящиках кто-то роется. Я в первый момент струхнул даже. Думал, барыня с того света возвратилась. И почему вы так подумали? Так ведь они похожи были очень. У Катьки и рост, и стать, и волосы. Все как у покойной Ольги Александровны. Она еще шутила, что ей всегда можно вместо себя, например, к портнихе посылать. Очень любопытно все это, Антон Андреевич, не находите? И что потом? А потом она щекой ко мне повернулась, а на щеке у ней родинка. Тут-то я ее шельму за руку и схватил, только она вырвалась и убегла.
Благодарю вас. Это очень ценные сведения. Берите городовых, поехали к вашему великому медиуму. Зачем? Да не цеть-то тут при чем? Вы что, так еще и не поняли? Уже покидаете нас, господин Деницетти? Да. Матери стало лучше. Нам пора ехать. Arrivederci, сеньор Джудичи, инструкторы. В чем дело? Не волнуйтесь, я просто хотел попрощаться с вашей матушкой. Зачем? Это лишнее. Мне нужно еще раз увидеть ее. Скажите, а у нее нет случайно родимого пятна на щеке? За всем этим цирковым гримом и накладными морщинами. Сударыня, будьте любезны, поднимите вашу вуаль. Сударыня, позвольте. Мамочка, мамочка, родная моя, не плачь, я тебя люблю, я рядышком. Ты права, ты совершенно права, что не хочешь идти замуж. Ты видишь, чем все это заканчивается. А я знаю, чем тебя порадовать. Ой. А что это? Духи. Дядя же у нас теперь парфюмер. Нет, не хочу я, не хочу, не хочу, не надо, хочу, не хочу, не хочу, я есть. Надо, барыня, не упрямьтесь. Я бланманже сделала, как вы любите. Ну, чего зря себя изводить. Вы у нас умница? Умница. И красавица. В газету пишете. Все наладится. Еще счастливы будете, Бог даст. Мама. А это Деницетти тебе сказал про папу? Я сама узнала. А твой Деницетти – шарлатан и мошенник. Он мне сказал, что мой муж мне верит. И любит только меня одну. Извольте отвечать на вопросы, господин Деницетти. Где сейчас находится ваша сообщница? Я не понимаю, о ком вы говорите. Речь идет вот об этой женщине. Вы ее узнаете? Да. Это ее вы прятали под маской вашей больной матери. И она изображала дух покойной госпожи Захаровой третьего дня. Да как вы смеете? Sono il più grande medium nel mondo. Я вижу вас. Как на ладони. У вас много тайн, господин Штольман. Вы хотите, чтобы я их раскрыл? Последний месяц вашего заключения к вам в камеру подселили соседа. Это был один из сильнейших гипнотизеров в Петербурге. Теперь я понимаю, почему этот господин совершал странные монотонные движения, и я решил, что он не в себе. Мы проверяли вас, и вы с успехом прошли проверку. Полно разыгрывать спектакль, господин Деницетти. Вы меня этим не впечатлите. Давайте вернемся к делу. Извольте. Я отправил мать вчера вечером, чтобы уберечь ее от духов зла. Они ей угрожают. Фотографию мне показала Анна Миронова, чтобы помочь ей найти девушку с родимым пятном. Это правда, Яков Платоныч. Я дал фотографию Анне Викторовне, чтобы она показала господину Деницетти. Что? Я с вами позже поговорю. Да. Анна видела мою мать. Вы ее видели. И вы прекрасно знаете, что эта девушка не она. И не покидайте город, господин Деницетти. Ваш Эквус Троянус не пройдет.
вам господин Рябушинский. Зови. Алексей Егорыч. Марья Тимофеевна, ну, мы как-то нехорошо с вами вчера расстались, и поэтому я решил заехать. И правильно сделали. Вы, я думаю, знаете, что меня бросил муж? Ну да, слухи уже поползли. Но будьте уверены, я писать об этом не стану. Не станете. Я сделала это сама. Госпожа и горничная, очерк современных нравов. Вы позволите? Прошу. Потрясающе. Нет, это невероятно. Как тонко описали вы чувства и какая самоирония. Марья Тимофеевна, но в этих героях все без труда узнают вас, Виктора Ивановича. И пусть узнают. Я не собираюсь лить слезы в одиночестве и стыдиться выходить на улицу. Я современная женщина, а не какая-нибудь постылая брошенка. Вы удивительная женщина. Господин Доницетти. О, мадемуазель Анна. Признаться, я думала, вы нас уже покинули. Увы, господин Штольман не выпускает меня из города. Он считает, что я причастен к преступлению. Девушка, фотографию, которую вы мне вчера показывали, ночью ограбила дом купца Захарова. Я хотела вас спросить. Почему вы солгали моей матери? Вы пожалели ее? Мы с вами коллеги, сеньор Убыло. Разве вы не говорите своим клиентам то, что они хотят услышать? Нет. Просто дурачиться. Мы с вами оба прекрасно знаем, что никаких духов не существует. Зачем вы мне это говорите? Я ведь могу вас разоблачить. Кто станет вас слушать? Кабелла темпо, Оджи. Давайте прогуляемся. Знаете, я скажу вам правду. Мы с Мари очень любили друг друга. Но жизнь развела нас. Мы встретились с ней через год в Москве. И страсть вспыхнула с новой силой. Я писал ей и умолял, чтобы она бросила мужа и бежала со мной. Но мы не успели. Муж обо всем узнал и ее убил. И тогда вы решили разыграть этот спектакль? Я лишь хотел заставить полицию действовать, понимаете? Горничная мне помогала. Она тоже хотела наказать убийцу. Они с Мари похожи друг на друга, как сестры. Немного грима, и она стала копией покойной. Значит, это все-таки была не ваша мать. А где сейчас Катя, вы знаете? Исчезла. Исчезла. Может, действительно ограбила дом Захарова. В любом случае, я к этому отношению уже не имею. Мне просто нужно было наказать убийцу, понимаете? Сеньор Доницетти, вы тоскуете по Марии. Хотите поговорить с ней сейчас? В
Яков Платоныч, я был там. И я видел, как призрак появился в зеркале. И это была госпожа Захарова, а вовсе не ее горничная. Я еще могу отличить сокол от цапли. Антон Андреевич, господа, добрый день. Что случилось, Пелагея Ивановна? Я видела Анну и Доницетти, они шли куда-то вместе. Я подумала, что вам нужно знать. А где вы их видели? Кажется, они свернули налево, у ресторана Голубцов. Это недалеко от дома Захарова. Видно, туда они и направились. Берите городовых, едем. Не беспокойтесь, я распоряжусь, чтобы вас отвезли домой. Благодарю вас. За мной. Дух Марии Понуровой, явись мне. Женщина, которая умерла в этой комнате, явись мне. Дух женщины, которую здесь убили, я приказываю, явись мне. Не нужно так стараться. Я и так вами восхищен. Что вы делаете? Вы приходите ко мне под любым предлогом. Восхищаетесь мной, слушайте меня. Признайтесь, вы в меня влюблены. Это ты? С кем вы разговариваете? Куда вы смотрите? Скажи мне, кто тебя убил? Объяснить, что произошло. А что будет, если медиум вызовет дух живого человека? Я читал об этом. Это можно сделать только когда вызываемый спит. Но тогда он может не проснуться, впасть в подобие летаргии. Но это, разумеется, полная ерунда. Но это случилось с вашей Марией. Ведь той ночью я вызвала ее дух. Думаю, что она мертва. Вся эта ваша романтическая история — это просто ложь. Вы с Марией Понуровой убили ее горничную Катю Лопыреву с тем, чтобы потом обвинить в этом ее супруга и ограбить дом. И вы специально искали девушку на нее похожую, чтобы супруг обознал ее обгоревшее тело. Вы что? Действительно? Можете разговаривать с духами. Поедемте со мной. Мы должны быть вместе. К черту Марии. Она вам в подметки не годится. С вами мы заработаем миллионы. Оставьте меня, вы чудовище. Очень жаль. Я не могу вас отпустить. Вы слишком много знаете. Я приезжал в каждый город заранее. Отирался по кабакам, собирал слухи и сплетни. В основном о богачах, их секретах, тайных связях, недавно умерших родственниках. Заносил все в тетрадь, передавал ее хозяину. Очень хорошо. Эту тетрадь мы найдем в гостинице? Это не преступление. Это мошенничество. Но вы виноваты не только в этом. Я затребовал перечень всех несчастных случаев, которые произошли в тех городах, в которых вы выступали за последние 2 года. Их достаточно много, но в 2 из них от пожара погибли молодые женщины. Шатенки — жены состоятельных мужчин. Это простое совпадение. А вот я почему-то так не думаю. На ваших выступлениях умершая женщина указывала на мужа как на убийцу. Его брали под арест, а потом ваша сообщница грабила пустующий дом. Кстати, она к нам скоро присоединится. Ее поймали в соседнем уезде.
Маша, это ты, господи, глазам не верю, ты жива? Пошел вон, болван! А вот и ваш призрак. Ну что, сударыня, будете отпираться или сразу расскажете, как и когда вы вступили в преступную связь с маэстро Доницетти? Это не Доницетти. Что это значит? Ваш слишком хороший русский сразу вызвал у меня подозрение. И кто же он? А если я все скажу, у меня будет послабление? Это решит суд. Угу. Доницетти он убил 2 года назад, а сам занял его место. Врешь! Сяду, мать, я заткнусь! Его зовут Гевор Габрилян. Габрилян? Да. Не тот ли это самый Габрилян, которого полиция уже 5 лет разыскивает? Беглый каторжник, вор и карточный шулер. А теперь, как выяснилось, еще и убийца. Ну что ж, господин Габрилян, вы нашли хороший способ укрыться от правосудия. Выдавая себя за другого человека, тем более знаменитого. А теперь за все заплатите. Это ты за все заплатишь, господин. Это не он. День добрый, господин Клюев. Здравствуйте, господин Штольман. Спасибо, что приняли мое приглашение. Давно ли изволили вернуться? Прошу. Я полагаю, вы сами прекрасно осведомлены, когда вернусь. У меня к вам разговор. Я слушаю. В Петербурге за мной по пятам ходили ваши филеры. А с чего вы взяли, что это я их послал? Деньги, Яков Платонович, развязывают любые языки. Так вот, мне любопытно, а зачем вы установили за мной слежку? Видите ли, господин Клюев, я имею серьезные основания полагать, что вы не тот, за кого себя выдаете. Извольте, изложите все основания. Ну, во-первых, вы живете под чужой фамилией. И с вашими переездами не все так ясно. В 89-м году вы были за границей, а за год до этого вы жили в России, в Санкт-Петербурге. Но как будто сквозь землю провалились. Не сочтите за труд. Разъясните мне эти загадки. Я так понимаю, повышенный интерес к моей персоне связан с тем, что я сделал предложение Анне Викторовне, да? Хорошо, я удовлетворю ваше любопытство. Слыхали о деле банкира Золотницкого? Тот, который пустил себе пулю в лоб? Да, но сначала застрелил свою жену. В результате преступной махинации он потерял деньги вкладчиков и разорился. Это мой отец. Теперь вы понимаете, почему я решил сменить фамилию. Жить с ней означало подвергнуть себя проклятиям и насмешкам. К счастью, отец до этих событий выделил мне мою долю наследства. Впоследствии я законно приумножил ее. Весьма похвально. Что касается вашего второго вопроса, то 88-й год я провел в клинике профессора Кащенко. После этих событий я впал в тяжелую меланхолию, и профессор вылечил меня. Я удовлетворил ваше любопытство? Полностью. Господин Штольман, если вы вдруг захотите узнать еще что-то обо мне, просто спросите меня об этом, хорошо?
Мария Тимофеевна не возражала против моего визита? Нет, вовсе нет. Мама теперь на многие вещи смотрит по-другому. Да и, честно признаться, она... Я вам очень благодарна. Анна Викторовна, той ночью 5 лет назад. Номера подбросили записку под дверь. И как только я вышел, схватили и отвезли силой в Петербург. Вас ранили? Я видела кровь. Это было не так страшно, как то, что произошло позже. Мне предъявили обвинение в шпионаже в пользу Англии. Почему? О моей связи с Нежинской знали все, а... Ее вина была очевидна. К тому же, некоторые люди при дворе очень хотели заполучить ту самую папку с исследованием господина Брауна. Только через 4 с лишним года полковник Варфоломеев смог добиться моего полного оправдания, и меня освободили. Что стало с Нежинской? Ее смертный приговор в последний момент заменили на пожизненную каторгу. Как ужасно. Ведь вы ее любили. Любил когда-то. Что стало с Алисой? Она рассказала все, что знает о работе отца, и позволили уехать домой на родину. А вот господина Брауна нашли задушенным в порту Ревеля. Боже, сколько смертей. Когда я оказался на свободе, меня пригласили в охранное отделение. То, что я сейчас вам скажу, Анна Викторовна, является государственной тайной. Офицеры Преображенского полка, как по команде, перестреляли друг друга на дружеской пирушке. Почтенная мать семейства убила ножом своих 6 детей, пока не спали. Заводские рабочие набросились на управляющего и разорвали его в клочья. И это далеко еще не все. И вы говорите, что все они на другой день ничего не помнили? Именно так. Но в каждом случае Крутин имел к этому происшествию какое-то отношение. Так вам известно, кто он? Мы полагаем, что его зовут Михаил Крутин. Никто из свидетелей не смог описать его внешность, а своих пациентов он всегда принимал в маске. Печальнее всего, что среди них были весьма высокопоставленные люди, даже члены императорской фамилии. Один бог знает, что он мог внушить под гипнозом. Ну, какова его цель? Чего он добивается? Безусловно, у него есть какой-то план. Я думаю, что это опасный вольнодумец. Вероятнее всего, сектант или поклонник сатаны. Больше у него сказать нечего. И все-таки, почему я? Наверняка существуют еще и другие сыщики. У нас есть сведения, что он скрывается в Затонске. Его весьма интересует одна небезызвестная вам особа. Анна Миронова. Анна? Вероятно, вы хотите защитить ее, господин Штольман. Не так ли? Зачем мне нужна этому Крутину? Этого я не знаю, но уверен, что поджог магазина – это его рук дело. Господи, Боже, пытались убить не Полину, пытались убить меня. Я не думаю, что это входило в его планы. Я старался охранять вас, не выдавая себя, но мне кажется, он раскрыл меня
и начал какую-то свою игру. Яков Платоныч, мне страшно. Я всегда буду рядом с вами. Буду оберегать вас. Вы самое драгоценное, что у меня есть. Припозднились, барышня. Маменька волнуется. Просили поторопиться. Не обессудьте, сударь. Час и вправду поздний. Да, засиделся. Простите. Доброй ночи, Анна Викторовна. До встречи, Яков Платоныч. Себя берешь. Нехорошо вам одной мужчину принимать. Что скажет Андрей Петрович? Он ведь почти жених. Андрей Петрович. Ты отнесешь ему письмо. Немедленно. Дорогой Андрей Петрович, я не могу принять ваше предложение и стать вашей женой. Вы прекрасный человек, но брак без любви станет для нас мучением. Надеюсь, мы останемся добрыми друзьями.